Русский на отличном. 14 апреля пройдет международная акция грамотности «Тотальный диктант». Все желающие в этот день проверяют свои знания одного из сложнейших языков мира. Весь мир пишет, и ты приходи. Уже в субботу в 14 часов все желающие смогут проверить свою грамотность. Около 1000 населенных пунктов по всему миру примут участие в «Тотальном диктанте» 2018. Прошлый год в республике стал рекордным по количеству отличников. 44 человека написали диктант на 5. Нас порадовал, вдохновил 2017 год, и теперь мы с некой опаской, но в то же время с надеждой все же ждем, что те, кто знает на 5 баллов, вот, будет больше. Хотя это, наверное, не главное. Главное – охват аудитории. Что касается аудитории, то всех желающих будут ждать на 6 площадках. В Национальной библиотеке, библиотеке имени Гайдара, школе скорочтения и школе развития интеллекта. Жители города Спутника смогут написать диктант в гимназии номер 6. Будет работать и дополнительная площадка для иностранцев «Труд». Самой большой традиционно станет аудитория ЧГУ имени Ульянова, а диктовать сам текст будет директор национальной телерадиокомпании «Чувашия» Оксана Очкасова. На самом деле проект очень интересный, очень я рада, что меня пригласили. Вот, заодно проверю себя. Ну, то есть я хотела в этом году пойти написать, но придется диктовать. Впервые участники акции в нашей стране будут выводить тексты одинаковыми ручками, уже доставленными в 424 населенных пункта нашей страны, от Камчатки до Калининграда. Канцелярского запаса хватит на 225 тысяч человек. Ручки, как отмечают организаторы, разве что ошибки не исправляют. А писать они будут текст Гузели Яхиной. Тексты бывают очень интересные. В этом году три части представляются из книги, из новой книги «Дети мои». Части называются «Утро», «День», «Вечер». Кстати, не обязательно писать текст под своим реальным именем. Можно придумать псевдоним. Так, например, в прошлом году диктант написал Тарас Бульба. Все остальные оценки – это личное дело каждого. То есть вот это вот тоже нужно иметь в виду, потому что боятся очень часто, что вот я приду, там получу какую-нибудь оценку, об этом все узнают. Никто не узнает. Псевдоним. Оценка только тебе будет известна. То есть все степени защиты. Написать диктант можно будет и в режиме онлайн на сайте totaldict.ru во время прямой трансляции. И традиционно самого юного и взрослого участника ожидают призы. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.